Буонасера. Здравствуйте. Добрый день. Рада приветствовать вас в Риме, в вечном городе. И на связи с вами гид-экскурсовод по Риму, по Ватикану Инна. Мне бы хотелось, чтобы вы взглянули на меня. Хотелось бы показать вам свое лицо. Здравствуйте. Рада вас приветствовать в вечном городе. Я буквально на пару секунд для того, чтобы представиться. Меня зовут Инна, и я профессиональный экскурсовод по Риму и Ватикану, резидент Guides Club. И, скажем, это мой первый эфир в этом клубе. И я решила показать вам немножко Ватикана, немножко Рима. То есть наша сегодняшняя прогулка – это маленький аперитив, я бы так сказала. Скажите, пожалуйста, меня хорошо слышно? Мне бы хотелось узнать, работает ли микрофон. Поставьте плюсик, буду рада вашим лайкам, буду вашим сердечкам, комментариям. Если у вас какие-то есть вопросы, то обязательно на них отвечу. Итак, слышно меня или нет? Мне нужно взглянуть. Итак, о, отлично, отлично. Всех приветствую, мы присоединяемся. Вот, я веду блог, который называется «Инна Рим», нижнее подчеркивание. Естественно, рассказываю о жизни в Италии и о том, что происходит у нас в стране. Ну, а если я уж экскурсовод, то, конечно же, о Ватикане, о Риме. Интересная история, прямые эфиры, прогулки. Великолепно. Итак, меня хорошо слышно, хорошо видно. Мы с вами познакомились. Ну, а сейчас я перевожу мой телефон на то, ради чего мы сюда сегодня с вами пришли. И прямо перед вами находится Соборная площадь, Пьяцца Сан-Пьетро. Я думаю, что вы все догадались, что мы с вами находимся на территории Ватикана. Ну а Ватикан – это маленькая страна, это маленькое государство, которое занимает площадь 44 гектара. И на территории Ватикана есть все необходимое для жизни Папы Римского, а именно не только площадь и собор Святого Петра, но а также банки, аптеки, магазины, железная дорога, вертолетная площадка, есть свой герб, гимн, флаг, официальный язык Ватикана – это латынь, ну и глава Ватикана – это Папа Римский. Нынешний Папа Римский – Франциск. Он здесь под номером 266, и это значит, что 266 Пап Римских – сменилась со времен Святого Петра. Наш план действий на сегодня таков. Мы прогуляемся с вами по площади, мы взглянем на швейцарских гвардейцев, подойдем поближе к этому обелиску, и по улице Примирения, Виа делла Консильяционе, мы прогуляемся с вами в сторону замка Ангела, и потом взглянем на Ватикан, но немножко с другой стороны, вот с той стороны, с которой любовались Ватиканом когда-то паломники. Это удивительное место. Я бы сказала, что настоящее мое место силы. В собор Святого Петра мы сегодня не идем, потому что собору следует посвятить отдельную экскурсию, отдельный эфир. Еще раз повторяю, что наша сегодняшняя программа – это такой маленький аперитив знакомства. Вот мы с вами познакомимся поближе, ну и заодно узнаем что-то новое и посмотрим, что же происходит в Ватикане и в Риме в прямом эфире. Вы видите, что на площади Святого Петра практически никого нет, она опустела вот за это время. Это очень необычно все видеть, в особенности в ноябре, хотя ноябрь у нас уже считается низким сезоном. Вот, и раз уж мы с вами ведем речь о том, что у нас происходит в реальном режиме, вот сейчас вся страна обсуждает, кто в какой зоне находится. Вот вчера Италию разделили на три зоны – зеленую, желтую, оранжевую и красную. Вот, а сегодня у нас их оказалось четыре. То есть появилась желтая зона. Сначала было три, а теперь их четыре. И, в общем-то, непонятно, сможем ли мы завтра гулять по улице. В принципе, да, это лишь только в красной зоне невозможно. Будет уже, скажем так, настоящий карантин. И, скажем, нас
Невозможно ничего запланировать заранее, поэтому я прям вот решила провести прямой эфир на этой неделе и не ошиблась, потому что вижу, что погода прекрасная, она нас радует. И когда шла сюда, вы знаете, было так пасмурно. Сейчас общаюсь с вами, вижу, что количество участников увеличивается, и от этого у меня появляется улыбка на лице, и вижу, что небо проясняется, и потрясающий вид открывается на площадь Святого Петра, Пьяцца Сан-Пьетро. Мы сегодня увидим, где проживает Папа Римский, точнее, я вам покажу его официальную резиденцию со стороны Соборной площади. Вот такая вот маленькая страна, град Ватикан, и вот вчера, конечно, была полная деморализация, потому что нам объявили о том, что все музеи будут закрыты. Это значит, что у тех немногих желающих, вы же поймите все, что очереди в музеи не стоят, у тех немногих желающих посетить музеи не будет такой возможности на протяжении всего месяца. Так что вот этой встречи с прекрасным у многих не произойдет. Но есть и хорошая новость, потому что прежде чем начать эфир, я пообщалась с охранниками вот базилики Святого Петра, и они сообщили счастливую новость о том, что церкви будут открыты. Поэтому если вдруг кому-то захочется сходить в собор Святого Петра, но опять же желающих немного, тем более что нам рекомендуется не выходить из дома, но такая возможность будет. Главное, чтобы у человека был выбор идти, выходить или не выходить. Ну вот, собралась прекрасная компания. И за моей спиной величественный фасад собора Святого Петра. Давайте-ка я разверну мою камеру. Вот, и покажу вам величественный фасад собора, а именно вот стою сейчас в этот момент под балкончиком, который называется лоджией благословения. Вот представьте себе, что на этом балкончике объявляют имя нового папы римского. И именно на этом балкончике папа римский появляется лишь только в день Рождества и Пасхи. Под балкончиком барельеф, на котором Иисус Христос вручает ключи Петру, и при этом он произносит особые слова. «Ты, Петр, камень, скала, на тебе я построю церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Прекрасные слова из Библии, из Евангелия от святого Матфея. И, естественно, собор Святого Петра является главным местом для всех христиан, вне зависимости от того, католики, православные, потому что именно в соборе Святого Петра главный алтарь находится на месте, где был захоронен первоверховный апостол Петр. Вот я стою возле величественного фасада, обратите внимание на этот камень под названием травертин, это пористая порода, которая очень легко поддается обработке. Вот, и фасад был завершен лишь только в начале 17 века. И я сегодня поотвечаю на ваши вопросы, которые мне очень часто раньше задавали туристы на экскурсиях. А вот, хочу вам показать особенные врата, святые врата. Раз в 25 лет католическая церковь проводит особое мероприятие, а именно святой юбилейный год. Святой юбилейный год – это год покаяния и прощения. Вот в 2000 году, тогда папой римским был Иоанн Павел II, мы праздновали особый юбилей – 2000 лет со времен рождения Иисуса Христа. Следующий плановый – в 2025. Но папа римский Франциск провел неординарное событие. 2016 год был провозглашен годом милосердия. Представьте себе, что эти врата были открыты, и через эти врата могли пройти все желающие. И в особенности, в первую очередь, первыми проходили паломники. Они от замка Ангела направлялись торжественно именно к этим святым вратам, ну и впоследствии к главному алтарю. Перед тем, как начать мой эфир, я все же успела забежать в базилику Святого Петра. Ага, так.
И раз уж мы с вами не пойдем любоваться внутрь красотой этого собора, мы этому посвятим отдельный эфир, опять же, по вашим заявкам, потому что в конце эфира мне было бы интересно узнать ваши впечатления, ваше мнение, нужны ли такие эфиры или нет. Но вот мы только что любовались с вами святыми вратами, а вот что можно увидеть изнутри. То есть с обратной стороны святых ворот можно увидеть вот такую стену. И вот перед тем, как, скажем, объявить о начале святого юбилейного года, Папа Римский торжественно должен эти врата открыть. Вот. И ждем 2025 года, естественно. Так что пока врата закрыты, и к тому же они еще и замурованы. Давайте обратим внимание на интерьер собора Святого Петра. Очень часто меня спрашивают о том, ну скажите, когда же это было все построено, когда же и кем это было все создано? Нужно начать, конечно, с самого начала, еще со времен, когда в Риме проповедовал первоверховный апостол Петр. Тот самый Петр, который был казнен в Риме. Петр был распят на кресте вниз головой. Это были времена правления императора Нерона. Петра захоронили неподалеку от места мученичества. Его гробница стала объектом почитания. Император Константин в IV веке построил первохристианскую базилику прямо на могиле Петра. Но мы с вами видим такую великолепную картинку, и это интерьер собора Святого Петра не времен Константина, потому что в 1506 году уж папа римский Юлий II решил навести порядок, он просто-напросто снес храм времен Константина, решил все перестроить заново. Так решил придворный архитектор Донато Браманте, за что схлопотал прозвище Браманте маэстро руинанте, Браманте мастер разрушитель. То есть и так случилось, что умирали одни архитекторы, на смену приходили другие, умер Браманте, на смену пришел Рафаэль, после Рафаэля работали Микеланджело, Бальтазар Перуцци, Джакомо де ла Порта, Карло Модерно. То есть нынешний храм – это результат труда многих великих мастеров, которые работали на протяжении, ну, почти, считайте, 170 лет. И интерьер потрясающий. Я бы сказала, что для меня лично это настоящее место силы, и поэтому мне бы хотелось посвятить отдельный эфир именно интерьеру этого собора и рассказать поподробнее, что в нем находится. Это уж наверняка в следующий раз. И в этом соборе я всегда вспоминаю мою коллегу Светлану из Мюнхена. И она мне всегда просит о том, чтобы я о ней вспоминала. Светлана, я тебя помню и знаю, что тебе очень важна наша поддержка, и в особенности вот в такие вот особенные дни. Итак, друзья, давайте-ка вот еще раз вам покажу, продемонстрирую видео. В соборе Святого Петра никого нет. Представьте, что в это время, в этот час, в жаркий сезон, яблоку негде было упасть. И все же отмечу, что по своим размерам собор занимает первое место, то есть имеется в виду длина собора от главного входа до полукруглой ниши, которая называется апсида, 186 метров, вот длина центрального нефа. Вот на втором месте кафедральный собор Святого Павла в Лондоне, на третьем Санта Мария дель Фьоре во Флоренции. И центральная часть всегда у нас огорожена, и вы видите, что храм опустел, он опустел. И так, сейчас мы с вами вместе начнем нашу прогулку. Я думаю, что у нас с вами неплохое начало. Я жду ваши сердечки. Надеюсь, что вам со мной не скучно, что вам со мной интересно. И сейчас мы дружно вместе с вами спустимся по лестнице и взглянем на швейцарских гвардейцев. Швейцарские гвардейцы, их легко узнать, они в особых униформах, униформы времен эпохи Возрождения. Ну-ка, напишите мне, пожалуйста, кто из вас был уже в Ватикане? Кто в первый раз? Мне даже интересно узнать, ввиду того, что вот именно Соборная площадь – это место, где нужно побывать в обязательном порядке, если вы приехали в Рим. Итак,
аккуратненько спускаемся по лестнице. Сразу вспомнила один такой случай из экскурсии. Знаете, столько было всего интересного, знакомства с интересными людьми, ну и в то же время таких комичных ситуаций. Например, спускаемся вниз по лестнице. Я рассказываю про то, что вот, дамы и господа, взгляните на швейцарских гвардейцев, они в особых униформах. Все смотрят на этих гвардейцев. Одна дама подходит и спрашивает, а можно этих гвардейцев снять? Я говорю, ну снять можно, в смысле сфотографировать. Вот они как раз с 1506 года швейцарские гвардейцы охраняют пап римских. Вот со времен Юлия II. Это швейцарцы. Немаловажное значение имеет рост и... На службу берут холостых с минимальной военной подготовкой и, скажем так, отслужив несколько лет, если вдруг кто-то хочет вернуться домой, можно вернуться. Если вдруг кто-то хочет остаться, ну, тогда можно остаться со временем, даже жениться. Вот. Так что вот имейте в виду, милые дамы, возможность стать женой швейцарского гвардейца есть, но придется принять католичество, таинство венчания в обязательном порядке, вот, и муштруют их с утра до вечера. Вот, но в любом случае это очень престижно, быть швейцарским гвардейцем. Отлично, на швейцарских гвардейцев мы взглянули, спустились вниз по лестнице. И сейчас вот хотелось бы вам напомнить, что Ватикан – это отдельное государство, это маленькая страна. И это маленькая страна, которая существует с 1929 года. Ну, как Ватикан стал отдельным государством, об этом я вам расскажу чуть попозже. Но раз это отдельное государство, в нем есть даже своя почта. Ну-ка, посмотрите. Почта Ватикана. Вот, и именно отсюда можно отправить открытки. И не только отсюда. Но, естественно, тот, кто бросает открытку, письмо в почтовый ящик Ватикана, должен не забыть приклеить марку, да, ватиканскую марку. Это отдельная почта. Первый раз в Риме Ватикана – это здесь почтовое отделение. Это одно из почтовых отделений. Вот. Давайте-ка мы с вами пройдем чуть дальше вперед. Аванти здесь не только почтовое отделение, здесь же еще и сувенирная лавка. И можно увидеть также всю символику Ватикана. А что является символом Ватикана? Кто знает? Такой вопрос на засыпку. Раз государство, значит, должен быть свой герб и свой флаг. И вот давайте-ка взглянем на то, что флаг Ватикана, вот по сути, не случайно здесь выбраны именно вот этот желто-белый цвет, это цвет флага Ватикана. Два ключа и папская тиара, вот это и есть герб Ватикана. Папская тиара, тройная корона, символ Отца и Сына и Святого Духа. Может быть очень много интерпретаций, но ключи... Не случайно, и не случайно в самом начале экскурсии я остановилась под балкончиком, на котором мы с вами видели барельеф, на котором, на том барельефе был, на том барельефе, вот он барельеф, смотрите, под балкончиком, на нем изображен Иисус Христос, который вручает ключи Петру и говорит, что ты, Петр, камень, скала, Петро, камень, на тебе я построю церковь мою. Вот, и поэтому один из символов Ватикана. Мы отправляли открытку, естественно. Вот кому как повезет, я не раз отправляла открытки именно из Ватикана. И скажу вам, что до кого-то доходило действительно за полторы недели, до кого-то за месяц. И даже было на случай два месяца шли открытки из Ватикана. Но доходит, естественно, почта работает. Вот. Итак, друзья, мы с вами идем дальше, гуляем по Соборной площади Пьяцца Сан-Пьетро. И сейчас мы с вами видим, смотрите, случилось настоящее чудо, потому что я вижу, что небо становится таким голубым и ясным, и... Мечта получить оттуда открытку как коллекционеру. Коллекционеру эти открытки. Друзья, давайте мы с вами сделаем так. Я думаю, что многим из вас приятно получить открытку из Ватикана, правда? Открытка, вот даже тот момент, когда вы подписываете эту открытку в каком-то особенном месте,
о вас человек думает, правда, она несет в себе какой-то особый заряд позитива и энергии. Неправильно? Не правда ли? На следующей неделе я обязательно вернусь на эту площадь Святого Петра. И уж, конечно же, я всем не смогу подписать открытки, но в конце эфира я эфир сохраню обязательно. И вот в конце не забудьте поставить лайк, комментарий, написать отзыв о нашем эфире. Вот, и я выберу самое душевное и отправлю открыточки из Ватикана. Выберу только 3. Вот, к сожалению, пока сейчас могу лишь только 3 открытки выслать, но я периодически это делаю каждый месяц и от этого получаю удовольствие. А самое интересное, что потом я еще получаю открытки из разных городов и не только России, но вот недавно получила открыточку из Франции, из Мюнхена ко мне пришла открытка. Вот, потому что в это тяжелое время, конечно же, очень важно вот, быть, поддерживать друг друга и дарить вот именно какой-то особенный посыл положительный. Интересно, есть ли ватиканские евро в обращении или только купить? Ну, конечно, раз Ватикан – это отдельное государство, здесь есть своя денежная единица – ватиканские евро всех номиналов. Но в ходу можно найти лишь только одну монетку – 50 центов. 50 центов. Но это, опять же, иногда является особой редкостью. Поэтому вот обычно монеты продают коллекционный набор от 1 цента и до 2 евро, и там представлены все монеты. То есть нужно отметить то, что Папа Римский еще ежегодно, он ежегодно чеканит монеты. То есть у них есть монетный двор. И несколько лет тому назад Папа Римский Франциск решил для себя, что можно чеканить монеты, но без его портрета. Так что представьте, даже монеты с папой, с изображением Папы Римского Франциска, они стали настоящим эксклюзивом. Хотите из Беларуси? Из Беларуси я очень люблю Беларусь, потому что я сама родом из Беларуси. И живу в Италии 20 лет. Поэтому с удовольствием, естественно. Ну-ка взгляните на главный фасад собора Святого Петра. И вот здесь есть такой интересный моментик, да? Чем дальше мы с вами отходим от этого собора, тем лучше открывается вид на него. То есть мы пока с вами не видим купол. И я не случайно продумала наш маршрут для того, чтобы прогуляться к замку Ангела. Объясню почему. Мы лучше с вами рассмотрим купол собора. Ну, а вид, вы уже понимаете, сегодня потрясающий. Я люблю Рим за то, что он очень яркий и очень непредсказуемый. Даже погода меняется. Специально для вас. Итак, давайте еще обратим на одну такую интересную деталь. С правой стороны от главного фасада собора вы увидите такую треугольную крышу с антенной. Смотрите, треугольная крыша с антенной – это и есть крыша Сикстинской капеллы. И именно в Сикстинской капелле избирает нового папу римского. Последний конклав проводили, ну скажем, уже давно – 13 марта 2013 года мы узнали, кто стал Папой Римским – Франциск. Франциск I, так его мы называем. Но, смотрите, треугольная крыша с антенной, и с левой стороны от антенны на крышу устанавливается труба, из которой мы с вами можем увидеть дым. И когда мы видим дым белого цвета, это значит, что голосование прошло, но безрезультатно. Когда мы видим дым черного цвета, голосование прошло безрезультатно. Видим дым белого цвета, и это тоже знак. Абемус папам, у нас есть папа. И об этом объявляют на лоджии благословения. Это тот самый центральный балкончик, под которым мы с вами стояли в самом начале нашей экскурсии. Итак, смотрите, какой шикарный вид открывается отсюда. Как здорово.
Надеюсь, что вам со мной интересно. Я вижу ваши сердечки. Ну и, конечно же, вам наверняка любопытно узнать, а где же у нас проживает Папа Римский? Папа Римский должен проживать вот в этом здании. Это и есть Папский дворец, официальная резиденция. Но Папа Римский Франциск у нас очень скромный. И он выбрал себе совершенно другую резиденцию. Поэтому официальная на Соборной площади, неофициальная на территории Ватикана. Но вот давайте обратите внимание на самый верхний этаж окон. Посмотрите внимательно. Второе окошко справа налево верхнего этажа. Давайте я приближу экран. Да? А нет, так будет вам не видно. Второе окошко справа налево верхнего этажа. Это и есть то окошко, в котором Папа Римский появляется каждое воскресенье в полдень и благословляет всех на Соборной площади. Вот это, скажем, еженедельное мероприятие. Давайте обратим внимание на то, что вот не случайно Джан-Лоренцо Бернини украсил Соборную площадь этой великолепной колоннадой. Эта колоннада, по сути своей, символизирует две руки. И эти две руки нас сейчас берут в свои объятия. И мне прям до мурашек осознавать то, что я сейчас, в данный момент, вместе с вами, вот 53 человека со мной, мы с вами находимся в объятиях церкви. В центре площади обелиск, обратите внимание, настоящий египетский монолит, он был привезен из Египта еще со времен императором Калигулой. А вот двойную колоннаду украшают статуи. И вот такой самый распространенный вопрос, он говорит: ой, Инна, скажите, пожалуйста, сколько статуй? Около 140 статуй святых и мучеников украшают эту двойную колоннаду. То есть одна колоннада находится сейчас вот перед вами. Давайте-ка я вот так вот, опа, развернусь немножко в другую сторону. Вот, и вы увидите вторую часть колоннады. Как не работают фонтаны на площади? Ну-ка, посмотрите, а это что? На площади два фонтана, оба работающих специально для вас. Вот, вода – это жизнь. Видите, какая красота. И эти фонтаны появились здесь во времена, этот фонтан во времена Павла VI. Вообще скажу, что у нас очень здорово ориентироваться в Риме, потому что все фонтаны, все здания церкви, все подписаны. Можно прочесть имена пап римских. Вот. Но потом проблема для туристов запомнить. Я же вам напомню, что нынешний Франциск здесь под номером 266. Это значит, что 266 пап римских сменилось со времен Петра. Вот. Но у нас с вами не лекция, у нас с вами не экзамен. Даже если всех не запомните, то ничего страшного в этом нет. Смотрите, какое потрясающее небо над колоннадой. И все-таки будет свет. Итак, у нас нет скопления народа на Соборной площади. Посмотрите. Вы кого-нибудь видите? Абсолютно никого. И, кстати, у входа в собор, даже не у входа, а вот возле главного фасада я проходила, просто не обратила ваше внимание на статуи Петра и Павла. Вот мы проходили возле статуи Петра, и есть еще и статуя Павла. Петр и Павел – это святые покровители Рима, вечного города. День Петра и Павла отмечается 29 июня. Это праздник в Риме. Вот, но православные христиане отмечают этот день 12 июля. И я сразу вам скажу, что это один и тот же праздник. Он просто отмечается по разным календарям. Да? Вот мы, католики, следуют Григорианскому календарю, новому стилю, православное старому стилю. Но мы с вами должны помнить о том, что и те, и другие христиане. Вот. Есть святыни, которые почитаемы всеми. То есть у нас общие корни. Это важно.
Вот, вот, вот она, колоннада с этой стороны, но дело уже идет к закату. Кстати, есть еще одно почтовое отделение прямо здесь на площади Святого Петра. Ну вот, взгляните. И мы сейчас направляемся к границе. Будем с вами переходить границу между Ватиканом и Италией. Граница между Ватиканом и Италией. Как она выглядит? Что это за чекпоинт? Как красиво и празднично. Все застыло. Наша жизнь застыла. У нас с вами состояние стендбай. Я приглашаю заглянуть ко мне в блог. Инна Рим, нижнее подчеркивание. Вот, и мой последний пост, то, что я думаю по поводу того, что происходит у нас, да, и не только у нас, а во всем мире. Поэтому нам с вами очень важно держаться друг друга вместе, общаться и соприкасаться с прекрасным. А я подошла к границе. Вот она, граница между Ватиканом и Италией. Взгляните, это черта и есть граница. Вот такой вот заборчик особенный. Итак, сейчас, внимание, внимание, молодой человек в Ватикане, раз, два, он уже в Италии. Я пока нахожусь с вами в Ватикане, а сейчас я перешла черту вот эту и оказалась на территории Италии. Вот, и смотрите, происходит настоящее чудо. Что я имею в виду? Купол Святого Петра становится виден лучше. Согласны? Очень красиво. Действительно, сама лично получаю особое удовольствие от того, что вижу, и от того, что гуляю не одна. Я не люблю гулять в одиночестве, признаюсь. Я люблю хорошую компанию, и сегодня эта компания вместе со мной. Мы с вами видим флаг Ватикана. Кстати, здание, которое находится рядышком возле Соборной площади, они принадлежат Ватикану. И даже часто можно увидеть машины с ватиканскими номерами. Здесь же находятся ватиканские лавки, магазины. И видите, вот все агентства, они у нас абсолютно пустые. Сюда обычно здесь заказывают экскурсии иностранцы на испанском, на английском языках. Вот, это мой любимый ватиканский магазинчик. Матео, та, бене, сто индиретта. Сто индиретта. Аддиритура. Грация. Vediamo presto, sì, a presto. Взгляните, чао, чао. Здесь продаются и ватиканские, и марки, и монеты в том числе. А это вот, взгляните, на открыточки. Вот, с изображением и Папы Римского Франциска, и календарики, очень много всего. Большой ассортимент, но пустуют и магазины тоже. Итак, прекрасно. Но вы сейчас со мной, Вера, вы со мной гуляете вместе. Я вам скажу, что это просто шанс гулять со мной вместе и еще бесплатно вот по Ватикану и по Риму. Ой, ну-ка взгляните на этих прекрасных монахинь. Прямо как в кино. Только у нас с вами фильм немного сюрреалистичный, не правда ли? Я выхожу на улицу Примирения, и вот по дороге к замку Ангела. Вот объясню, почему так назвали эту улицу, это кто с кем помирился. Но мы должны отметить то, что после того, как Римская империя распалась, на Апеннинском полуострове стали образовываться маленькие и даже независимые друг от друга города-государства и государства в том числе. В общем, в центральной части полуострова образовалась Папская область, естественно. Папы Римские были главными в Папской области, и они хотели быть главными не только здесь, вот, но хотели расширять свои владения.
Но мы сейчас с вами не о том, а о том, что вот в конце 19 века Виктор Эммануил II решил объединить всех проживающих на Апеннинском полуострове одной единой идеологией. Ну, возможно, это он не сам придумал, тогда у него были помощники. Вот, и Италию в конце 19 века объединили. Не все хотели присоединяться к этому государству. И вот Рим взяли силой, естественно. Пап Римских отправили на Ватиканский холл. И несколько десятков лет вот пап Римский были пленниками в своем собственном городе, пока 11 февраля 1929 года Муссолини не подписал Латеранское соглашение с папой Римским Пием XI. Они договорились о том, что Ватикан станет отдельным государством. И поэтому с 1929 года Ватикан считается отдельным государством. То есть это не Италия. И вот улица Примирения – это улица на территории Италии, но на ней находятся здания, на многих из них вы увидите вот такие вот флаги, и это знак того, что эти здания, в них располагаются, ну, то есть они принадлежат Ватикану. Экстратерриториальная собственность Ватикана, есть такое понятие. Поэтому не думайте, что Ватикану принадлежат лишь только 44 гектара на Ватиканском холме, и все. Это было бы очень просто. На территории Рима и на территории многих стран вот есть собственность Ватикана, недвижимость в том числе. Тяжело дышать в маске, я вам скажу честно. Идти, разговаривать, дышать. Вот. Но хочу отметить то, чтобы проложить вот эту дорогу, смотрите, какая она широкая, она же времен Муссолини. Вот. Пришлось кое-какие здания разрушить, кое-какие здания снести, ну а некоторые старинные остались, например, вот как это старинный Палаццо делла Ровере. Считайте, Палаццо делла Ровере – это 15 век. Вот. Но в стенах этого старинного здания располагался отель, очень такой хороший ресторан. Вот, но сейчас пока все закрыто, и отели у нас тоже пустуют. И вот уже когда мы вернемся в такой, скажем, нормальный режим, только тогда мы, гиды, сможем вам рассказать действительно, что хорошо, а что плохо, где удобно, где неудобно, где дорого, где дешево. Потому что вот то, что происходит в наши дни, это совсем не показатель. Да, а маска и очки, да, у меня очки запотевают. Ну, я думаю, что вам известно такое состояние гуляния по городу. Но из-за того, что очень много у нас военных в городе, я на них не навожу камеру, вот, и их фотографировать и снимать запрещено, поэтому я их ни в коем случае не снимаю, вот, и навожу вот такой красивый ракурс. На самом деле я сама вот смотрю на эту картинку и радуюсь от того, что неплохой ракурс, неплохо получается, но это небо придает такой вот особенный вид. Итак, в Ватикане живут только религиозные? Нет, не только католики. Я не знаю, что вы именно имели в виду, что значит религиозные. То есть я вам скажу, что все, кто работает в Ватикане и живет, это все 100% католики. То есть атеисты, например, на территории Ватикана 100% не живут. Вот. Но не обязательно быть священнослужителем для того, чтобы работать в Ватикане и жить на территории Ватикана. Я вам показала швейцарских гвардейцев, они, между прочим, на время службы граждане Ватикана, и они не священнослужители. Говорили о том, что они могут жениться, могут воспитывать своих детей. Вот. И жены швейцарских гвардейцев, они спокойно выходят в город. Ну, а на территории своей страны у них правила дресс-кода, вот особые правила дресс-кода для всех в Ватикане, когда вы идете в церковь, в Сикстинскую капеллу в особенности. Помните всегда, что если вы отправляетесь в Италию, у нас очень много храмов христианских. И если хотя бы одна экскурсия предполагает посещение храма,
Это значит, что правило дресс-кода, оно везде действительно. Даже в итальянском языке вот это слово «non decoroso», то есть нужно быть одетым прилично. А вот это здание, возле которого я сейчас остановилась, я вам не случайно его показываю, потому что на нем вы увидите много разных флагов, и в том числе российский флаг. И именно в этом здании вот эти доказательства того, что, смотрите, здесь находятся таблички вот такие вот особенные, и вы увидите, да, что вот посольство Аргентины для Ватикана. Что видите здесь? Я вижу свое отражение, но здесь написано «Посольство Российской Федерации в Ватикане и Суверенном Мальтийском Ордене». Да, так что, видите, в одном здании может располагаться несколько представительств. Вот, и на улице Примирения, Кончильяционе, вот находится посольство Российской Федерации для Ватикана и посольство Армении для Ватикана. Только я не вижу армянского флага почему-то. Может быть, тогда это посольство перенесли в другое место, но, по крайней мере, это здание, на которое я сейчас навела свою камеру, вот в нем когда-то располагалось посольство Армении для Ватикана. Так, а что означает дресс-код по-итальянски? Это не юбка в пол, эта юбка может быть до колена. Колено должно быть закрыто. Вот, можно ходить в джинсах. Абсолютно спокойно, не обязательно покрывать голову, но, скажем, это касается и мужчин, и женщин. Плечи и колени должны быть закрыты. То есть, например, вот такие вот маечки с открытыми плечами, они не приветствуются. Но не то, чтобы не приветствуются, вы можете стоять в очереди, и вас не пустят. Но если у вас, например, шорты до колена, вот по колено, ну, 100% вы можете заходить. Поэтому не принципиально, шорты или нет, главное, чтобы они не были совсем короткими. Итак, я перехожу дорогу. Видите, какой симпатичный ракурс. Вы видите еще и стену. Это особенная стена. Она соединяет папский дворец с замком Ангела. А я уже приближаюсь к замку Ангела, между прочим, так вот время летит незаметно. Я вижу эти пустующие кафе, все закрыто. Видимо, очень много здесь машин с дипломатическими номерами. Платок не обязательно, платок можно всегда носить с собой, чтобы потом плечи покрыть, на всякий случай. Вот, и мы приближаемся с вами к замку Ангела, Кастель-Сант'Анджело. Я даже не заметила, что нас стало еще больше в два раза. Вот, я хочу вам напомнить о том, что эфир этот обязательно сохраню для всех, в особенности для нашего сообщества, для Guides Club, так его назовем. И, конечно же, я жду ваших комментариев. Я пообещала вот в самом начале эфира, что прочитаю ваши комментарии с удовольствием. В них вы можете выразить свои особые пожелания, что бы вам хотелось увидеть в Риме, ваши впечатления от нашей сегодняшней прогулки. Я выберу вот три особенных. Ну, конечно же, не забывайте, что у вас есть великолепная возможность подписаться на мой блог «Инна Рим», и вы будете знать все новости, что происходит в Риме. О, красота! Не скажу честно, я не люблю этот светофор, потому что он очень-очень долго. Мы ждем, когда загорится зеленый, но с вами, вместе с вами, для нас горит только зеленый свет, ввиду того, что и тучи разошлись, солнце засветило, жизнь идет своим чередом. Итак, что же это за стена? Это особенная стена, которая соединяет папский дворец с замком Ангела. Вот я как раз, как и обещала, к замку Ангела подошла. Кастель-Сант'Анджело. Изначально это был мавзолей, место захоронения императора Адриана. Но уже потом, в эпоху Средневековья, мавзолей Адриана трансформировали в крепость. Ну и в стенах этой крепости находилась
и темницы, и люди жили в этой крепости. Потом папы римские разместили свою сокровищницу в крепости Ангела. Но с другой стороны, почему бы и нет, очень удобно. Потому что к этой крепости было просто-напросто не подступиться. Но не случайно крепость венчает статуя Архангела Михаила. А ведь в конце VI века в Риме была эпидемия чумы. И папе римскому, Григорию Великому, его называют православные христиане Григорию Двоеславу, пришла идея взять икону Божьей Матери и обойти Рим крестным ходом. И когда он проходил возле Тибра, он увидел образ Архангела Михаила. Эпидемия чумы прекратилась, замок назвали замком Ангела. Вы видите, что Архангел Михаил, он засовывает свой меч в ножны. Это знак окончания чумы. И со временем папы римские разместили свои апартаменты прямо в этой крепости. Причем, если была необходимость, они могли абсолютно незаметно перебежать из своих апартаментов в крепость. Вот часть стены я вам только что показала. Стена была незаметна. И вот в 1527 году, это особенная дата, о которой римляне даже не хотят вспоминать, потому что солдаты, ланцнехты, протестанты, они вообще полностью разгромили Рим. Папа римский Климент VII был вынужден бежать в замок Ангела. И если бы не швейцарские гвардейцы, то вряд ли ему удалось бы спастись. Вот, и как раз эта крепость спасала многих, и пап римских в том числе. Вот я вижу, что уже сегодня замок Ангела закрыт. В настоящее время в стенах замка находится музей, проводятся различные мероприятия. Но, видите, у нас постановление, что все музеи закрыты, тем более, что в замке помещения очень даже небольшие. И что мне в нем нравится, в нем можно увидеть структуры и времен Адриана, и эпохи Средневековья, и эпохи Возрождения. В особенности есть великолепный зал Сала Паулина в честь папы римского Павла III Форнезе. Очень богато расписан был учениками Рафаэля. В общем, в Риме очень много таких потрясающих мест. Просто берите на заметку, и я хочу вам как раз передать именно любовь к Риму. Действительно, площадка потрясающая. Вот именно в этом замке, замке Ангела. И там потрясающее кафе, и можно сесть, знаете, с видом на купол собора Святого Петра. Ну а сейчас, внимание, внимание, вот он, мост Ангелов, потому что я вижу, что время нашей прогулки подходит к концу. Вот он, мост Ангела. Ну, изначально этот мост был построен еще во времена правления императора Адриана. Мы должны понимать, что мы вышли с вами на набережную Тибра. Тибр, Тевры, то есть эта река впадает в Тиренское море. И, можно сказать, делила когда-то город. Вот, и находимся мы сейчас с вами на правом берегу Тибра. Но я к тому, что шло время... И этот мост был отреставрирован непосредственно вот, в 17 веке. Джан Лоренцо Бернини, создатель именно статуи ангелов, точнее, он идее принадлежала Джан Лоренцо Бернини. 10 статуй ангелов украшают этот мост вот, по сей день. Это пешеходный мост Рима. Вот, но что бы мне хотелось вам показать именно отсюда, смотрите, шикарный вид на купол собора Святого Петра. Самый высокий купол Рима. Так, прекрасно. Кто-то уже бродил по этим местам живописным с аудиогидом. Я тоже, скажу вам честно, не беру аудиогиды. Я люблю общение с людьми. Живое общение, и в особенности с гидом-профессионалом, это действительно посещение собора Святого Петра до мурашек. Инна, спасибо за познавательный эфир. Да, действительно, он так пролетел быстро, и нам с вами пора прощаться. Да, с вами пора прощаться. Мне очень приятно, что на протяжении всего этого часа вы были со мной. Я хочу вам напомнить, что меня зовут Инна, гид-экскурсовод по Риму и Ватикану, и
веду блог лично, веду блог Инна Рим, нижнее подчеркивание, буду рада вас вот, видеть в своих подписчиках. И потом я пообещала вам, что прочитаю все ваши сообщения под сохраненным эфиром, а я его обязательно сохраню в нашем клубе, и выберу три особых комментария, душевных, вот, которые мне понравятся, и отправлю обязательно открыточку из Ватикана. Но напомню, что наша прогулка – это была прогулка аперитив. Это значит, это лишь только начало. У нас с вами еще все впереди. Давайте-ка я все же хотелось бы вам показаться, прежде чем мы с вами попрощаемся. Я еще раз вас благодарю за внимание. Я желаю вам в первую очередь здоровья и всего самого наилучшего. И я надеюсь, что мы с вами не прощаемся. До новых встреч. Arrivederci. Спасибо вам большое. И до встречи в новых эфирах.